В 2013 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева был разработан и стартовал проект «Парки Подмосковья» как комплексный проект обустройства зон отдыха жителей. В рамках программы в этом году областной бюджет выделил городскому поселению Яхрома 10 миллионов рублей для капитального обустройства парка в северной части города. Проект подготовила московская компания «Инжиниринг». Общая смета составила около 120 миллионов рублей. Реализация проекта разбита на несколько этапов. С мая к первому этапу приступила подрядная организация «Интерпромстрой», имеющая богатый опыт благоустроительных работ. На площади 7,5 гектаров разместятся велодорожки, пешеходные тротуары, эстрада, ярмарочная площадь для проведения городских праздников. Спилено около 100 ветхих деревьев. После окончания земляных работ строители проведут озеленение территории и установят 30 скамеек для отдыха горожан. Мы провели проектно-изыскательские работы и определили, вся стоимость проекта порядка 120 миллионов. Поэтому мы разбили это на 7 этапов. Первый этап, то, что в этом году делается, это устройство дороги для обслуживания парка, устройство тротуаров, устройство уличного освещения, ограждения, входные группы, озеленение. Думаю, что все работы мы успеем в срок, к концу августа, и День города мы будем отмечать в этом парке. К реализации следующего этапа подрядчики приступят в следующем году. Будет проведена очистка прудов, смонтировано уличное освещение, построенный велодром, детская площадка с аттракционами и хоккейная коробка. Пока все идет по плану. Земляные работы почти завершены. Со дня на день строители приступят к асфальтированию дорожек. Ну, сроки, как глава города сказал, до 20 августа мы должны все это закончить. И надеюсь, и даю обещание главе, что я все это сделаю и закончу, что дню города открытие здесь устроим. Ну, объемы, вот, дороги, тротуары, озеленение. Ну, постараемся все эти объемы выполнять в срок, доброкачественно и на совесть. Для реализации первого этапа проекта из бюджета городского поселения Яхрома будет потрачено 18 миллионов рублей. Подрядчики торопятся. Нужно успеть до 25 августа, чтобы День города яхромчане отметили в новом парке. Всего для благоустройства 14 подмосковных парков из областного бюджета выделено 190 миллионов рублей.